снова в пути. Поехали встречать Пасху Христову. Вот, Господь. Сейчас посмотрим, устроит наш путь. Надеемся, что все нормально будет. Снежок выпал небольшенький. Ну, пока вот вроде все хорошо. Дорога где-то на Алтае. Ну вот, немного все-таки заморались мы, как обычно. Плата за выезд из Потеряевки – это помывка машины. Ну вот такая вот какая-то няша под снегом. Да не, ну, на улице стоит минус, ну буквально маленький, там минус один, минус два. Поэтому, слава богу, может быть минус три. Выпал снежок, и он в это немножко как вот, ну, как уплотняет. Земля чуть-чуть подморозилась, чуть-чуть получается, вот, а снизу-то там вода. Ну вот, слава богу, едем пока. И вообще понятно, что без 4WD здесь делать нечего. Хотя бы такое вот псевдо, типа, но все равно оно хоть что-то как-то гребет. Да, там вон наши пассажиры. Пассажиры. Наш семейный автобус. Как выразилась одна знакомая. Такая красота у нас своеобразная. Вот еще куча жуков, как Ирине сказал. Еще грязи прихватили. Око свое очистить.
воскресе. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Возвращаемся домой, слава Богу, козьими трубками. Солнышко такое прямо ослепляющее. Малыш у нас выспался. И сейчас будет опять там вечером спать не давать. Я дома уже не страшно.